Здравствуйте! Снова с вами Кирилл Тимов, с моей рубрикой «Рассказы про крутых MC». На этот раз про EPMD. Кто это такие? Эрик Сёрман и Пэш Смит. Это олдскульщики из Ист-Коста, Нью-Йорка, Лонг-Айленд. Первый альбом вышел еще в 87-м, давно. Strictly Business. Альбом установил рекорд. Супер фанковые сэмплы, такого еще не было никогда. Использовали сэмплы Mobile Studios, Ted Charlie. Потом они снова выставляют свой очередной альбом. LL Cool J с ними зачитывал. В 92-м выходит альбом, который сносит всех. Они образуют банду Hit Squad, туда входит Threadno, Кейс Соло. Вскоре они распались, и Parrish Sermon. Пэрриш Смит и Эрик Сёрман стали делать по отдельности альбомы. Знаете их, это супер клевая группа. Основоположники олдскула из Ист-Коста. Они рулят. Peace.